Всем привет! Вот если у вас молодой кустик лаванды, и он еще не кустится, и уже набрал цвет, сегодня у нас 17 мая 2023 год. Вот. Берем его просто и обрезаем вот так. И он тогда будет куститься. То есть он распушится, он все равно зацветет. Да если даже не зацветет, это нормально. Зато он нарастит красивую шапочку массу. Вот и все. Все подстрижены так. Вот такие они стали после обрезки. Пышненькие еще и вот зацвели.